Тесное мрачное помещение, все сидячие места заняты, да и стоять-то, собственно говоря, негде. Но торопиться никто не выходит, на улице еще хуже. Печальные студенты развлекают себя разговорами и жалобами на жизнь. Они на лекции могли преспокойненько сидеть, а их сюда по доброй воле в принудительном порядке отправили. Нас заставили, честно. Сказали ехать, еду. Мы уже немножко понервничали, но опять же успокоились и вот ждем теперь предвкушения наконец-то, чтобы выйти и все это началось. Все эти муки ради голубого экрана. Вот она, изнанка провинциального кинематографа. Хочешь попасть в массовку? Терпи, сиди и жди своего часа. Пока актеры спокойно обедают на втором этаже, на первом их ожидают десятки человек. Голодные и замерзшие только и мечтают услышать фразу «Начинаем съемки». Ледяной мороз, ветер, а им все смешно. В загородном парке кинокомедию снимают, первую в Самаре. Мы тут снимаем «Борода без даты». И то, что снега мало, мы не виноваты. Пускай равняется на нас весь Голливуд, ведь снять комедию про Новый год весной – великий труд! Сюжет картины под семью замками. Никто из съемочной группы даже не намекает, о чем кино будет. Отделываются дежурные фразы. В главной роли Дед Мороз. Собственно, про него и история будет. И даже не про одного, а нескольких сразу. Да не сцена, обнимитесь вот здесь. Ты будешь так вот сидеть, она к тебе прилетает. Пару недель назад команда начала снимать марафон дедушек. Переполошила весь Новокуйбышевск. Там был старт соревнований. По улицам разом пробежались более 2000 бородатых дядек в красных костюмах. До самарского финиша по сюжету добрались всего несколько. И совсем не на радость снегурочкам. Полуодетым барышням в минусовую температуру дубль за дублем приходится бросаться к ним на шею. Видно, постановочная группа успевает вовремя. Двум актерам впервые на съемочной площадке пришлось объяснять, кто такой Дедушка Мороз. Они только про Санта-Клауса слышали за своими морями. И очень переживают, что этот самый дедушка такой мороз, что больно иностранцам. Что он старый и он раздает подарки. Но, в общем, непривычно, потому что у меня нет снегурочки. Почему? Ну, у меня такой образ. На самом деле, минус 30-40, это, конечно, холодно и плохо. Даже русские, не нравятся такие температуры. Комедия «Борода без даты» – самарский проект. По слухам, кино обещает пустить в прокат на большие экраны и даже бесплатно пригласить актеров на показ. Тем более, что в съемках участвует практически половина жителей города, а у тех, кто еще не засветился, есть шанс. Места в массовке всегда найдутся. Всех желающих приглашают на съемки в начале апреля.